What's up, YouTube, с вами Мун, и сегодня у нас с вами просто нереально мега крутое и насыщенное видео, прям реально. Сегодня будет довольно-таки много тем, которые я хотел бы затронуть, поэтому давайте без лишних слов перейдем уже к ним. Итак, давайте посмотрим на кольта, вот у меня на него обычный стар скин, есть еще у меня вот такой вот кольт бандит, если не ошибаюсь, это переводится. Ну и понятное дело, блин, обыкновенный самый бомжатский кольт. Но, пацаны, у меня на аккаунте 190 гемов, и что же я хочу сделать сегодня? Сегодня я хочу купить вот этого, королевский агент кольт. И я просто без лишних слов, ребят, буду его покупать, тыкаю на эти 109 гемов. И давайте я вам вообще объясню, почему же я его купил, потому что, ну, как вы поняли, скинов на кольта у меня уже достаточно, и нафига он мне нужен? Вот он, да, на лунный Новый год. И зачем же он мне вообще нужен? А все дело в том, ребят, что этот скин просто нереально имбовый. И почему же вообще он имба? Это говорил не только я, это подмечали многие-многие топовые игроки и также топовый ютубер, например, ММА Раша в одном из своих последних видеороликов это упомянул, потому что у него немножко изменены пульки, именно их графика, и из-за этого ощущение, что они как-то немножко по-другому летят, а может быть они и правда летят немножко быстрее, честно говоря, я не знаю, но давайте сейчас мы это вообще проверим. И кольт я, мягко говоря, не самый лучший на земле, поэтому давайте просто будем стараться хорошо отыгрывать, не сливаться, как это делает наш Мортис уже, который раз закатку, но что-то я особо за него пока не попадаю. И я понял, пацаны, да, я взял себе первую пассивочку, я вчера с ней играл на закрытой карте в футболе, потому что на закрытой карте, в принципе, особо не нужна вторая пассивка. Блин, я какую-то херню пока что творю, на самом деле. Дело в том, что я просто очень давно уже по-нормальному именно не катал за кольта. Поэтому мне сейчас даже немножко стыдно за свой уровень игры, за него. Но, пацаны, в этом нет, на самом деле, ничего такого супер позорного, потому что я в саму игру, в принципе, довольно-таки давно не играл. Ну, вот нафига мне мяч... Ой, бычок, молодец, бычок, красавчик, бык, спасибо, что... Вот так следует... За что по мне рикошет? Ну, блин, наша Шелли, она тоже довольно странная, как и наш Мортис, но Мортис наш хотя бы забивает гол. И это 1-0. А я еще люблю делать вот так, просто ультовать наугад и нихера не попадать. У меня еще джойстик, блин, ходьбы немножко сбился. Ага, наш Мортис делает целых 3 тычки в стену. Наш Мортис реально, видимо, скилловый пацанчик. И поэтому, пацаны, это изи гол, изи победа, изи 2-0. И да, в этой катке я, конечно, не показал всю, блин, имбовость этого скина. Но, пацаны, я вас уверяю, что этот скин просто нереальная пушечка. Он нереально годный и нереально классный. Теперь давайте возьмем все-таки вторую пассивку, потому что мне она лично нравится гораздо-гораздо больше. Она гораздо более удобная. И смотрите, против нас попадается Леончик Акула, это тоже новый скин. Ну, я бы не сказал, на самом деле, что кольт это какой-то супер новый скин, его добавляли еще чуть-чуть позже Нового года, если я не ошибаюсь, на какой-то там лунный Новый год, да что ж такое-то. Ай, не попадай по мне, Пайпер, пожалуйста. Но с этой пассивочкой у меня дальность, в принципе, почти как у Пайпера, я могу тоже ее мотать, ну вот, если бы не Леон, конечно, я бы ее размотал. И, блин, у нас, конечно, Пайпер, на самом деле, Пайпер на этой карте довольно хороша. И мне наша комба нравится даже больше, чем комба соперников. Но единственное... О-о-о, у меня начинаются небольшие провисоны. Да, вы это тоже должны сейчас видеть. И что-что... Я забыл, что я хотел сказать. А, и у соперников комба оно более создано именно для захвата контроля. Ну, как создано, точнее. Это вроде как были рандомы, и им эта комба попалась абсолютно случайно. Но я думаю, вы меня поняли, что им этим комбо именно проще захватывать контроль. Проще захватывать именно контроль. А нам нужно именно стреляться с ними. И, блин, я даже не видел эту Пайпер, но мне похлебало от нее прилетело прям нехило. Так, знаете, такая хп, и мне в лицо харкает, блин, своим выстрелом. Так, давай ты уйдешь отсюда уже, Дарю, ты меня выбешиваешь. Да ты видишь, я косой, не трогай меня. Не трогайте человека, я за кольта не умею стрелять, пожалуйста. Оставьте меня в покое. Да уйди, Леон, отсюда, все, вали, ну уйди. Ну дайте отхилиться, ну господи, что происходит в этой катке? Чё ж меня все бьют-то? Хух, Пайпер не дотягивается, а наша Пайпер по ней попадает только так. А, так у них Дарио не фуловый. Я, блин, полкатки смотрю по хп, вроде бы он фуловый. Смотрю, а думаю, какая у него пассивка? Думаю, раз он залетает, и у него щит не появляется, видимо, вторая. А у него и не первый, и не второй. Это, кстати, 1-0, не знаю, что-то они там сделали. Но сейчас мы уже наугад не будем ультовать, потому что я вообще хотел ультовать вправо, и я бы сейчас, мягко говоря, нихера не попал, поэтому да. Слушайте, пацаны, ну вообще, что я могу сказать про этот скин? Он реально прикольный, он реально годный, он мне реально нравится. За него реально немножечко попроще попадать, и ты чуть-чуть совсем по-другому чувствуешь именно саму игру и персонажа. Но...
Это уже такое довольно специфическое, и на самом деле для каждого человека, так скажем, довольно личный момент. И если мне за него играть проще, далеко не факт, что вам за него будет изи-изи катать. Поэтому, пацаны, я его взял, и я не пожалел. И я сделал хрень, да, я что-то... Блин, я вот эти 2 недели не играл, у меня был видосик на канале, если кто не чекал, он сейчас подсказочками у вас вылетает. И там я вообще рассказал, что будет, если 2 недели не играть. Как это делал я не катал 2 недели, и вы сейчас можете наблюдать, что же происходит с моим, блин, скиллом, который просто куда-то в небытие уходит, просто пропадает, реально его почти что нет. И давайте сходим в последнюю карточку, играем мы в футбол, потому что футбол мой любимый режим, реально. Футбол я просто обожаю, я бы играл в него всю свою жизнь и в Brawl Stars, и на улице, хотя на улице на самом деле, ну имею в виду обычный футбол в жизни, я играю не очень хорошо, потому что я в него, как бы это странно ни звучало, играл буквально несколько раз в жизни, может там 3-4 раза, и это все, да, пацаны, то есть я в основном сижу дома, а если выхожу на улицу, то я чисто гуляю со своими друзьями, но уж точно не катаю футбол. Отлично, они развели шельку на ульту. И Эль Прима, давай, хорош, Эль Прима, молодец. Еще люблю вот так вот мигать своими выстрелами, когда у меня есть ульта, непосредственно мигать ультой. Блин, ну слушайте, у нас соперники вообще какие-то бомжи. О, у меня опять начинает провисать, и это, блин, не нравится. Но, в принципе, у меня, кстати, сейчас уже не такие большие провисоны, как они были раньше. Ах ты ж собака, ты мне ульту сбила. Ты за это еще ответишь. Кстати, пацаны, только... Блин, я чуть-чуть не забыл это упомянуть. Но буквально, блин, вот на записи видеоролика буквально, не знаю, пару минут назад у меня на канале стукнуло 10... тысяч подписчиков. В честь такого можно еще одну каточку сгонять. И, пацаны, я бы хотел всех вас за это очень прям... душевно, откровенно поблагодарить. Я... У меня даже немножко заплетаются слова, и, честно говоря, я очень сильно рад, что мы взяли эту отметку. Я шел к ней очень долго, но вообще мы шли к ней очень долго, и я бы хотел еще что-нибудь вам рассказать, просто меня... А, все, отлично, меня закинуло в катку, отлично, меня закинуло в катку, нет, что происходит, черт возьми. Видимо, не стоило идти в еще одну каточку, но, блин, кто же знал, что будет такая вот херня, черт возьми, это обидно, вы мне... Всю, сука, речь сбили, тупые суперселы, вот нахрена так делать? Ну ладно, сейчас я зареспавнюсь, сейчас будем камбэчить просто, как нехрен делать. Вот наш Мортис уже начал тащить, я вижу. Так, давайте-ка вы уйдете, пожалуйста. Ага, я остался один, меня уже тоже нету. И у меня вылезает значок Wi-Fi. Короче, в этой катке, пацаны, все круто, все весело, мне, в принципе, все нравится. И это типичный Brawl Stars, реально типичный, самый обыкновенный, каким я его вижу... Каждый день абсолютно играя, сливая кубасики именно вот такими вот способами, такими вот методами. То есть, по сути, здесь моей вины уже никакой и нету. И неважно, я сейчас буду тыкать на автошот, я сейчас буду супер-мега целиться, супер-мега попадать. Давайте разломаем вот эти вот стеночки. И наш Мортис, ну, он сделал хрень, конечно, но у нас есть откровенно небольшой шанс. И да, отлично, это изи-изи гол. Все, отлично, меня еще никто не задел. Просто очень бы не хотелось, чтобы вражеский Мортис набивал себе ульту. И знаете, обычно в таких катках, блин, хоть мы и начинаем потихонечку камбэчить, но в итоге мы все равно ее сливаем. И я надеюсь, эта карточка будет исключением, хотя вот с такими ультами у нас есть все абсолютно шансы ее именно слить. Но я надеюсь, что мы сейчас будем стараться, будем пытаться. Мы остаемся сейчас как раз в ситуации Кольт с Мортисом против Кольта с Мортисом. И пока что, ну, моего Мортиса уже нет. Да, пацаны, моего Мортиса уже не стало, пока я это говорил. И, блин, да ты сдохни. Ну, пожалуйста, я ютубер, сдохни, ну, поддайся. Черт, почему он мне не подается? Видимо, он не знает, пацаны, что я ютубер. Ай-яй-яй, блин, тут было вообще хорошо. Ты сейчас можешь, да, вот так сделать, красавчик. Я именно это от него и хотел. Я всегда разговариваю с своими тиммейтами, даже если это рандом, они меня не слышат. Почему бы нет? Блять, почему бы и нет? Может, у нас с ними телепатическая связь, и они все-таки меня услышат. Говорится, пусть мама услышит. Ой, Мортис, иди нахер! Отлично. Блин, мне на самом деле так иногда нравится, как я комментирую игру, когда я начинаю нести какой-то просто лютый бред. И смотрите, слушайте, видимо, это все-таки победа. Видимо, это изи вин, это изи победа. Идите к воротам, пожалуйста, забейте уже в пустые ворота. Пацаны, хорош, Мортис, хорош, пацаны. Это 2-1, катка была довольно-таки потной, берем старплеера. Итак, что же я еще хотел сегодня обсудить с вами, моими подписчиками? Во-первых, это
Мой клан, да, я его пересоздал. И что же было с предыдущим кланом, ребят? На самом деле, особо не хотелось бы рассказывать. Просто я вышел из клана сменить обстановку буквально на пару часов. В итоге меня нереально жутко просто обосрали соклановцы, потому что я ЧСВ, типа я свалил из клана и прочее. Я такой думаю, блин, конченый. И мне просто не захотелось с него возвращаться. Просто потому что, ну знаете, с ним связаны какие-то плохие воспоминания, и я просто не хотел в него заходить, поэтому, пацаны, вот он, наш новый клан. Пока от 12 тысяч, хотя в предыдущем было от 13 500, поэтому успевайте залетать все, у кого хватает кубков, я думаю, почищу место после этого видеоролика, чтобы, ребят, вы могли залететь. И также, думаю, вы под музыку сейчас посмотрите то, что я вам, в принципе, и обещал, если у меня загрузится... Долбанный лог боев, список боев, ну загрузись, пожалуйста, ну ты никогда у меня не лагал, и именно на видеозаписи он должен был зависнуть. Да, пацаны, это реально круто, это супер. А, все, наконец-таки он отвис. И давайте, каточка, ради которой, возможно, многие из вас сюда и пришли, вы ее посмотрите под музыку. Я был рад со всеми вами повидаться, ребят. Огромное еще раз спасибо за 10 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки на этом видеоролике, потому что у меня еще остались гемы. И если на этом видеоролике наберется 500 лайков, то я куплю еще какой-нибудь топовый скин и сделаю обзор на этот скин и на этого персонажа. Также вступайте, ребята, в мой клан. Всем удачи и всем пока! Sound lazy, just ignore my tone, 'cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Pretty lies.